сейчас здесь отсюда появится. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу, и сегодня у нас мини-мороженое челлендж. Да, мы не устояли перед покупкой вот этого набора, где можно сделать мини-мороженое. Мы уже посмотрели, на самом деле, что там внутри. Давай, доставай. Показывай. Такая вот штука, но она отвалилась. Вот, вы только посмотрите, какие здесь стаканчики. Вы представляете, какое будет мороженое? А это какая-то специальная штучка, да, мороженое? Да, это специальная штучка, которая будет делать нам мороженое. Можно будет завод открыть. Кстати, кто болеет, ему вот столько мороженого можно. Ну, я думаю, это слишком большая порция для болеющего. Кстати, кто-нибудь похвалит мой задний фон? Че это твой? Мы все вместе старались. Ребята, если вам нравится наш задний фон, красивый, новогодний, обязательно поставьте нам лайк. Мы очень-очень старались. У нас даже есть камин. Камин. Папа, и носочки. Папа быстро камин построил. Да. И наша елочка, но вы ее уже видели в прошлом видео. Перед нами стоит непростая задача сделать вот такие вот стаканчики с мороженым. Смотрите, а здесь все. Здесь порошочек, здесь порошочек, здесь порошочек. А это спринклс, то есть такая красивая посыпочка. Ой, это что такое, Вика? Не знаю. Ну что, приступим? Я так поняла, что это будет основа нашего мороженого, так называемый пломбир. Посмотрите, можно какой там. Ой, порошок. Порошочек, да. Ой. Нужно нам насыпать до середины линии. Держи, насыпай. Типа сухое молоко, наверное, какое-нибудь. Я думаю, да. Вкусно пахнет. Нет, вообще вот эта фирма Yaminamis очень популярна в Америке. Я видела. Yaminami. Мини-штучки. Нет, есть китайские, а это именно американская фирма. Ну, действительно, знаете, напоминает сухое молоко. Да. Раньше, а сейчас продают сухое молоко? Конечно, продают. Раньше в детстве я кушала сухое молоко, сухое прям, не разбавляя. Детское, да, детское питание, я тоже любил кушать. Теперь добавим 2 половничка воды. Я. Это прям как будто для куколки какой-то делаем, да? Вау! Обалденно! Вот это чудеса! Был пломбир, а стал... Клубничный, клубничный. Да. Такой жуткий. Ой, какая прелесть. Давай, давай, перемешивай. Та-дам. Ух ты. Сейчас будем заполнять вот эту вот емкость. Давай, все перекладывай. Что? Вот туда все переливай. Наше... Оно такое густое. Наше будущее мороженое. Прям вот перекладывай туда. Мороженое, ага. От Вики Шоу. Закрываем. Самое главное, стой. Самое главное. Поставить стаканчик. Открыть. Краник? Давай, Вика, нажимай. Только не сильно. Сейчас здесь отсюда появится. Вау! Круто! Красота! Как пусть! Тяжело нажимать? О, как красиво! Еще бы звездочкой там осталось. Давай еще. Почурявился красиво. Да. О, все. Мне оставь. Нам второе мороженое надо сделать. Ой, какая прелесть. Давай украсим. Давай, подожди. Вот. А, ты одна будешь кушать, что ли? Я тоже хочу. Мне сделай. А мне, как всегда, нету, да? А вот эту штучку можно мне? Или это не стаканчик? Кто делает, тот и ест. Что, там мало осталось? Еще надо порошочек. Сейчас быстренько сделаем. Да. Намешали вторую порцию. Ура! Еще одно мороженое. Это, по-моему, гуще получилось. Давай, закрывай. Стаканчик стоит? Стоит. Ну давай, где мое мороженое? Мороженое от Вики Шоу. О, это, по-моему, тяжелее пошло, да? Давай, только не сломай. Красота. Все, а то сейчас упадет. Ой, какой красивый, красивее. Да, это для мамочки. Ой, как бы не сломать. Сейчас упадет. Если падает, то... Что это? С горочкой. Челка это. Все, убрала. Так,
Это еще не все. У нас здесь, посмотрите, как вы думаете, для чего это? Не знаю. Украшение? Это для карамели. Сейчас мы будем поливать карамелью, а потом... Это вот карамель, порошочек. Опять сейчас посмотрим, какой он. А это что? Посыпки. Да. То посмотрим, как выглядит глазурь в порошке. Да. Порошковая глазурь. Она будет белая. Думаешь? Вау! Вика, ты ошиблась. Кстати, пахнет шоколадом. Можно, можно, можно. Толченым шоколадом. Вкуснятина? У нас такая конфета есть. Есть один? Ой, как мой Несквик. Прилип. Ну, конечно, прилип. Давай, и один половничек водички. Что-то мы тут все испачкали. Можно я какую музыку могу поставить? Давай. Ик. Ну и перемешиваем все. Можно я могу? Держи. Чистой ложечкой. О, главное не пролить. Как будто это... Для кого вообще это сделано, а? Вроде все такое мини, а вроде все съедобное. Готово. Теперь пришло время нашего пинцетика. Вот подожди. Так? Да, нет, стой, нет, вот так. Все хорошенечко зажмем. И сейчас он должен всосать. Красиво только. О, прикольно. Но, по-моему, очень... Можно лизнуть? Нет, давай потом будем пробовать. Поливай еще. Очень густой, да? Чуть-чуть, мне кажется, надо разбавить водичкой. Или нормально? Нормально. Ну, такой как густой шоколад. Ну, в принципе, да. Все, есть. Хочу обалить. Давай, теперь мой. Давай. Ой, я чуть-чуть задела. Так и попробовала, не устояла. Ну как? Все хотят узнать, как на вкус. Вкусный. Да? Вкус настоящего мороженого? Да. Да? Мы настоящие эксперты мороженого. Ты любишь мороженое? Конечно, кто его не любит? Какое? Да. Ставьте лайк, если вы любите мороженое. Так. Его обожает. Я не вижу за твоей рукой. У меня все растекается. Ну, как-то так. Да, все растеклось, несмотря на то, что было очень густо. Подожди, третий этап. Это посыпка. Вот она здесь. А я и забыла. По-английски будет sprinkles. Sprinkles. Посмотрим, какие они. Яркие, разноцветные. Конечно же, не зеленые. Вон они. Прикольные. Причем по-английски более подходяще звучит sprinkles. Sprinkle. А по-русски как звучит? Посыпка. Что? Как детская присыпка. Что мелодичнее, по-моему, sprinkles. Аккуратно, только да. Это очень ювелирная работа. Аккуратно надо не рассыпать. Боже, как красиво. Вообще. Давай, давай, давай. Все мимо. Сейчас. Это же у нас челлендж. Посмотрите, сколько Вика просыпала. А теперь. А сколько мама? А теперь я. Давай. Ой, вот эти как мини-морковки оранжевые. Так. Ай. А что смеешься? Тоже просыпала. Ничего, сейчас справимся. А ведь уже пробовала. Но подожди. Мы же смотрим, кто просыпал меньше. Кто меньше? Одинаково. Все. Ну что, пробуем. Дайте я еще раз вам покажу. Дай, 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 дай. А это не надо в холодильник ставить? Нет. Ну, это первое. Нет, вместе давай. Боже мой, какая мини-порция. Как дифлопе. Как для хомячков. Или муравьев. Вкусно. Вкусно. Чего? Сначала было вкусно, когда был шоколадный сироп. Но вот эта вот розовенькая масса. Не очень вкусная. Угу. Да? Какая-то она странная на вкус. Может, вообще это несъедобное? Ну как несъедобное? Все съедобное, специальный набор. У них полно еще наборов. И все можно кушать. Конечно. Ну как? Шоколад вкусный. Ну, готовить это было приятнее, чем есть, скажу честно. Ага. Ребята, обязательно напишите нам в комментариях, какое ваше любимое блюдо на новогоднем столе. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока-пока. Я вот это вот хотела сделать. Папа, ну что, попробуй.
Давай, а то. Давай, давай. Ты сказала, какое ваше любимое блюдо. Я теперь оливье хочу. Оливье нету, вот есть супер мини-мороженое. Давай. Скажешь, как тебе? Ты же все жаловался, что ты не кушаешь, тебя не угощают. Ну, необычно. Необычно. А еще как? Оливье вкуснее. Вот так.